Телеканал КРТ представляє. В Києві професор устроїв нарколабораторію по производству амфетаміна. І пішов во всі тяжкі. Тобто, поки світові картелі несуть убитки в київські хіміки. Предприимчиві хіміки. Да, які не ходять на пари преподавати студентам, тому що карантин. Ну, от, вирішили немножко подработати. А мог би хімію в тій школі преподавати? Ні, я думаю, що просто не до Петра сказати, що він винаходить вакцину, за яку Зеленський рекомендував доларом. К вам прийшли з обыском, я роблю вакцину. И так и шмыгнуть. Как могу, так и делаю. Да. И шмыгать, как завещал Комаровский. Да. По словам... И не шастаю, как завещал, да. Кличко. Все в порядке. По словам источников СБУ, в ходе обыска изъяли веществ почти 30 килограммов различных психотропных. Вот. Общей стоимостью 7,5 миллионов гривен. 100%. Правда, почему-то после этого фамилия этих источников даже не описывается. Источников отпустила просто. Не, ну, кстати, да, он мог бы оправдывать, говорит, это вакцина. Да. А докажите, что нет. Молодец. Лайфхак. Гомеопатия, в конце концов. Не, гомеопатия не кристаллическая. Да. Да. Как специалист вам говорю. Гомеопатия. Не, кстати, а вот, Антон, вот ты же работаешь на эфирах, а что ты делаешь, когда вот тебе действительно хочется в эфирах чихнуть или вот что-то происходит? Или какие у тебя есть... Посмеяться? Мероприятия. Ну, что ты делаешь? Нет, ты знаешь, такая внутренняя штука. Вы же тоже включаетесь в эфиры, да? Вам же хочется чихнуть. Нет, мы нет. У нас не будет. Ну, вам же чихнуть. Не, реально, если хочется чихнуть... Нам говорят, почихайте перед, и потом после. Да, мейте, мойте руки. Или так вот. Перед и зад. Перед и зад. Не, если хочется чихать, то прошу просто там пишу в редакторскую группу камеру. Переключить камеру, надо нос зажать. И зажимай, как пилоты. Ну, реально же. Пилоты, когда... Вытягиваешь соль. Да, в другую світову, щоб не було чуть, ну знаєш, щоб штурвало, да. І все, і, ну і город якийсь, і ти ж як пілот, летиш зараз там раз і куда-то, от сюди пальцем. І все. І все, і чекати не хочеться. Ну, а тільки на тисну нормально. Так, якщо включити случайно, да. А і ти так виглядиш. Включіть камеру, пожалуйста. Спокійно, спокійно. От эту от камеру. Третю, вторую, четверту. Да, третю, вторую. Не, ну реально я зажимаю. І помогає? Да, да, да. А так, ну, просто налаштовуюся якось ментально. А якщо посміятися? Ой, був такий випадок, там якісь трагічні новини, а до того сміятися хотілося. Якось було нехорошо. І зараз тільки психологічний настрой. А куди сміятися з такими новостями? Тут плакати хочеться. Автотроща. А якщо плакати хочеться в ефірі, буває таке? Смішне слово. Ну, от насправді, я до сих пор, ну, я розумію, що все весь трагізм. Бугага. Но слово дуже странне. Бугага. Авіатроща. Боже, яка у вас позитивна програма? Що за авіатроща? Авіатроща, катастрофа. А, это... Я феминитивы люблю, допустим. Мне очень нравится, когда меня представляют в эфире. Как? Политологиня. Аналитикиня. Я жодного разу не сказав, що ти членкиня, політологиня, богиня. Богиня. От богиня можна вже. Ні, я нормально. Політичний експерт. Експертка? Тка. Ні, ну зачем? Тка. А зачем? Ну як вона хоче себе, так я тоді представляю. А що, новини все, з'їли.